День Снегури. Так, стол по плану сюда. Хотя нет, лучше сюда. Что у нас дальше по списку? Вечером я научу всех зажигательному зимнему танцу. Зимнему танцу. Летающих подарков в плане нет. Это от бабушки. Любой подарок. Как это? Любой? Именно. Я читала про такие. Любой подарок выполнит любое желание того, кто его откроет. Здорово. Можно пожелать все, что угодно. Самое красивое в мире платье. Или нет, 5 самых красивых в мире платьев. Лучше ручку-отличницу. Она сама за тебя всю домашку сделает. Или пижаму-невидимку. Никто тебя слишком рано не разбудит. А я всегда мечтала о ледяных туфельках. Или о волшебной шале. Она сколько угодно тянется, и ей можно укрыть всех друзей. Помечтали? А теперь за дело. Волшебные пряники. А у меня высокая кухня царства семи вершин. Рисовые звездочки с карамельной начинкой. Кощей Кощеич, можно? А у вас еще остались открытки-летушки? Хочу позвать на праздник всех-всех наших друзей. Конечно, вот. Получивший такую открытку моментально окажется там, куда его пригласили. И, кстати, они очень неплохо летают. Лови, лови! Кощей Кощеич, она куда-то пропала! Ничего не понимаю. Все у них наоборот. Зима летом, пикник на холоде. Интересно, а что Аленка все-таки выберет, когда откроет любой подарок? Любой подарок? И как такую вещь детям доверили? Загадают же ведь глупость какую-нибудь. Надо его спасти. И загадать что-нибудь дельное. Открытки-летушки, летите, подружки. Зовите скорей на елку гостей. В зимнем небе стая открыток. День Снегурии наступает. Теперь ты в надежных руках. Баба-Яга! А ну стой! Отдавай любой подарок! Я бы любой другой не отдала. А уж этот любой, тем более. Что за праздник без погони? Поймала! Поймала, но не ягу! Летающая карамель? Подарок утащила и угощение слопала! Пока! Даша, можешь направить стаю приглашение на ягу? Могу! Останьте! Хватит меня приглашать! Мой подарок! Ура! Да! Праздник спасен! Скорее в школу! А коврик-то, кажется, замерз. Ой-ой. Нам теперь до вечера обратно топать. И открытки сбились с пути. Молодцы. А знаете, чего... Где же ребята? И гости опаздывают. Да не волнуйтесь вы так. Гости скоро будут, а ребята, наверное, готовят Аленке... Аленка, мы здесь! Да вот же они. Мы летели за Егой, а потом коврик замерз. И мы такие, вжух! Было круто! Потом шли целый день. Зато вот, спасли любой подарок. Можешь загадывать свои туфельки. Ребята, главное, вы сами целы. А подарок я потом открою, когда гости придут. Гости? Но гости не придут. Мы все открытки на Ягу истратили. Мы хотели вернуться и сразу послать новые приглашения, но не успели. Значит, никто больше не придет? Кощей Кощеич,
А любой подарок может исполнить любое при любое желание? Любое может. И при любое тоже. Ну, тогда я знаю, что загадать. Как думаешь, шаль? Нет, думаю, туфельки. Хочу, чтобы здесь сейчас же оказались все, кому я отправляла приглашение. Шестилапик! Сработало! Профессор! Прянички! Ура! Это будет лучший праздник в моей жизни! Можно подумать, вы мне не рады. Я по приглашению, между прочим. Ой, щекотно. С днем, Снегури! Привет, мы царевны. Подписывайся на наш канал. Секрет. Хоп! Мастерство растет. А зеленый цвет мне как? Тебе лучше нежные оттенки. Голубой, молочный. Они тоже популярны. И тебе пойдут больше. Я же просила. Невозможно сосредоточиться. Что же нам теперь, шептаться, что ли? Да ладно тебе, Дашка. Мы тут и так стараемся, на цыпочках ходим. Девочки, я такой смешной сон видела. Перестаньте. Пожалуйста. Это я, что ли? Я, оказывается, вот такое умею. Ура! Ой, сейчас. Оживитесь. Разомрите. Двигайтесь. Очнитесь. Что же делать? А, нужно бежать за помощью. Здрасте. Даша, ты куда так спешишь? К учителям. Ой, Марлен, как хорошо, что вы уже вернулись. Что случилось, Даша? По-моему, ты очень взволнована. Понимаете, все дело в новой способности. У меня открылась новая способность. Так это же очень хорошо. Покажешь? Да, но не все так просто. Они же шумели. Туда-сюда, туда-сюда. Я просто сказала. А они раз, и как обратно, не знаю. Подожди. Ничегошеньки не поняла. Где? Что туда-сюда? Вот. Если б я знала, я бы как-то поудобнее. И как их назад теперь? Раз получилось в одну сторону, должно получиться и в обратную. Пойдем-ка, я хочу тебе кое-что рассказать. Оставить их в таком виде? С девочками ничего страшного не произойдет. А вот тебе надо успокоиться. Девчонки, потерпите немножко. Я скоро вернусь. Профессор, вам не кажется такая тишина несколько странной? Ну а что? Девочки занимаются. Хотя, согласен, немного необычно. А? Чуть ее вас не подвело, господин директор. Да нет же, это просто шутка. Это не шутка, профессор. Так, а где Даша? Девочки, где Даша? Дашу надо найти. Ей может угрожать опасность. Господин директор, но нужно же освободить девочек. Мы не можем вмешиваться в волшебство, природу которого пока не понимаем. За мной, профессор. Девочки, мы скоро. Ты отличница. Ты занимаешься, трудишься. С другой стороны, данное тебе от рождения волшебство пока не проявляется, и ты нервничаешь. Заметно, да? Не переживай, через это многие проходят. Хочу сказать, что тебе повезло. Неожиданный стресс активировал твою способность. Ничего себе, активация. И что же, я могу использовать свой дар только при стрессе? Нет, стресс просто помог ему проявиться. Теперь твоя задача – научиться управлять волшебством. Господин директор, другого варианта нет. Вы думаете? Конечно, это Баба-Яга.
Она заколдовала девочек и похитила Дашу. Бежим скорее. Я, как и ты, училась в школе для волшебников и тоже долго не понимала, какой у меня дар. Но вот как-то раз, гуляя, я наткнулась на целый клубок змей. Ой, боюсь змей. Вот и я ужасно испугалась. И от этого взлетела в воздух. Вот так я впервые научилась летать. Господин директор, вот они. Но это же Марлен, профессор. Эта яга превратилась в Марлен, а наша Марлен еще в отпуске. Но как вам удалось спуститься? Сначала не получалось. Долго болталась в воздухе. Потом взяла себя в руки, успокоилась, и все вышло. В этом и есть весь секрет. Хватайте, профессор! Попалась! Профессор, что с вами? Не уйдешь! Даша, с тобой все хорошо? Господин директор, что с профессором? Строит из себя наш преподавательский состав! Профессор, я отрежу ей путь к отступлению! Что вы делаете? Перестаньте! Да что ж такое? Сплошная активация. Марлен сказала, нужно успокоиться. Разблокируйтесь! Нет, глупо. Перестаньте! Что? Вот так просто? То же самое сказать? Дашенька, ты справилась! Спасибо вам большое! Я побежала к девочкам! Позвольте, профессор. Но вы же сказали, что Марлен в отпуске. Да? Марлен, вы же в отпуске. Я так соскучилась по школе, что решила вернуться пораньше. Мы приносим вам свои извинения. Мы приняли вас за Бабу-Ягу. Неужели я похожа на Бабу-Ягу? Нет, что вы. Фух, вот и я. Перестаньте. Девочки, вы помните, что с вами было? Все помним. Ты нас замерла. Ой, как сказать-то? Занешевелила. Застолбила. Закаменила. Я очень боялась, что вы обидитесь. Да что ты? Мы тобой гордимся. Ты у нас крутая. Крутая у нас Марлен. Знаете, она как по перилам вверх. Вжих! Как школьница. Даша. Ой. Да ладно, что вы стесняетесь? Нам покажете, как вы это? Вжих! Ну, если хотите. Хотим, хотим, хотим. Но только чур, это будет нашим секретом. Привет! Мы Царевны! Подписывайся на наш канал! Царевна лягушка. Огонь, разгорись. Защита, растворись. Игла бессмертия, явись. Смерть Кощея, покажись. Девочки, не отвлекайтесь. Тема нашего урока – ваш волшебный талант. Можно я? Меня спросите? А я копии умею делать. А я морозить умею. Стоп, 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 стоп. К доске пойдет... Василиса, прошу вас. Давай, не бойся. Попробуем все вместе разобраться, каким скрытым волшебством обладает наша Василиса. Если у нее лягушачья фамилия, значит она... Подумаешь, лягушачья фамилия, это еще ничего не значит. Подожди. Василиса, да ты чего? А что я такого сказала? Да, как непросто с девочками. Ну что ж, встретимся после перерыва. Да что ж такое-то?
пещеры никогда не откроется перед злым сердцем. Тьфу ты, какая старомодность. Где я вам доброе сердце возьму в наше время? Так. Не то. Давай, давай на меня, держись, держись. Да нет в тебе ничего лягушачьего. Совершенно ничего. Лягушки вообще холодные, скользкие, с пупырышками, фу. А ты очень красивая девочка. Красивая? А что тогда во мне волшебного? Волшебная красота. Вот и доброе сердце, как заказывали. Но вначале я стану одной из вас. А теперь за добрым сердцем. Мы что-нибудь придумаем. А я, между прочим, знаю, как волшебные способности поменять. Правда? Конечно, только чур больше никому. Я знаю тайную пещеру. Там хранится шкатулка, а в ней ключ к волшебным способностям. Бери любые, какие захочешь. Обморозительно! Дашка, ты настоящая подруга! Да ладно, чего уж там. Пойдем. Даша, подожди, это же не мне надо. Василиса, ну что ты? Пойдем. Стану девочкой-мотыльком или нет? Птицей буду летать или нет? Может, лучше в цветок превращаться, а вдруг сорвут? О, как это сложно выбрать себе волшебные способности. Даш, ты чего? Пусть она открывает. Но это же мне нужно. Не сметь со мной спорить. Ладно, ладно. Девочки, не ссорьтесь. Это же яйцо с иголкой, а в ней бессмертие Кощея. Теперь я стану бессмертной. А Кощей нет. Дашка, ты чего? Откуда у тебя метла, иди? Баба-яга! Смерти утонула! Что же теперь будет с Кощеем? Нужно как-то достать эту иглу. А я не умею плавать. А я плавать умею. То есть, нет, то есть немножко, когда я... Что же делать? Какая красивая! Девочки, не думал, что вы у меня такие настоящие герои. И не побоялись ведь? Если бы не способность Василисы превращаться в... Ой. Да ладно, я же все-таки царевна-лягушка. Ну просто лягушки-то совсем некрасивые. А ты красивая, я же видела. Да, с такими ученицами мне бояться нечего. Привет, мы царевны. Подписывайся на наш канал! Трон директора. Нет, ну, потерять вы ее никак не могли. Конечно, не мог. Наверное, в кабинете забыл. Что бы это значило? С вероятностью в 95% готов утверждать, что тут кто-то побывал. Не кабинет директора, а проходной двор. Кажется, я начинаю сердиться.
Похоже, вы в самом деле немного рассердились. Нет, я абсолютно спокоен. Это мое кресло вне себя. Вы посмотрите, ай, что оно вытворяет. И где, в конце концов, моя волшебная палочка? Не знаю, куда она подевалась, но она выключена, и поэтому волшебное равновесие нарушено. Нет, я не думаю. А ваше кресло? Чего оно летает? Очевидно, в нем сидел кто-то посторонний. Вы же знаете, оно это очень не любит. А я думаю, дело в палочке. Ну хорошо, разберитесь, пожалуйста. Профессор, почему они все летают? Не все. Обратите внимание, летают только волшебные учебники, а обычные книги как стояли, так и стоят. Вы не знаете почему? Нет. Что-то случилось? Вы не знаете. Ничего себе, Варя! Что это? А что за молоко у вас? Магически восстановленное. С добавками вкусненькими. Вижу, вижу. Срок действия 25 лет. Да, еще свежее. Но я всегда говорю, пейте натуральное. Зачем вам это восстановленное? Да еще и с добавками. Но почему оно летает? Может, это кто-то шутит? Хорошая шутка, смешная. А вы сами случайно с палочкой директора в последнее время не шутили? Нет. Скорее всего, это Василиса или Соня. Девчонки, похоже, у Кощея палочка пропала. Не знаю, что там пропало, но профессор нас в чем-то подозревает. Не нас, а Василису с Соней. Кстати, а где они? В школе творится что-то непонятное. Мы должны их найти. Девочки, а мы вас потеряли. Что это с ними? Так, быстрее наверх. Василиса, давай во всем признаемся. Я больше не могу прятаться. Так, и в чем вы должны признаться? Кощей свою палочку забыл. О, давай испытаем ее. Не, запаролено. Ладно, пойдем отдадим. Что ты? Давай клади на стол и пошли. Погоди, когда еще удастся сделать селфи в директорском кресле? Хватит уже! Оно не останавливается! Как же ее вытащить? Ой, давай! Что же делать? Да, за это могут и из школы выгнать. Нужно спасать их. Но как? Мы должны починить палочку. Пошли. Удалось установить, что равновесие действительно нарушено. И это абсолютно точно. Наибольшее подозрение вызывают Соня и Василиса. Профессор, факты. Давайте факты. Мне даже не удалось с ними поговорить. Они скрываются от меня? Можно? Вот они. Как же они скрываются? Ой, а вы кресло чините? Можно мы поможем? Вы умеете чинить кресло? Конечно. Моя палочка и сломана, к тому же. Девочки, скотч у кого? Держи ее. А, вот так. Кощей Кощеич, а какой пароль? Е2, Е4. Извините, профессор. Вот видите, она работает. Да, но кто ее сломал? Я. Мы все вместе сломали, а потом починили.
Сломали, а потом починили. И все же, кто ее под кресло засунул? И главное, зачем? Знаете, профессор, мы, конечно, можем это выяснить. Но стоит ли? Главное, что девочки горой стоят друг за друга. И потом, она же работает. Работает. Привет! Мы царевны. Подписывайся на наш канал. Заклятие невидимости. Итак, тема сегодняшнего урока «Видимо-невидимо». Заклинание, которое делает тебя невидимым. С ума сойти! Настоящее заклинание невидимки! Вам нужно произнести это заклинание у себя в уме. Бегать, прыгать, находиться, петь, шуметь и веселиться, брать, мешать, ловить, кидать... Видеть, слушать, наблюдать. Это же старомодно. В наше время все должно быть кратко. Кратким будет ваше пребывание в этой школе, если вы не овладеете заклинанием к следующему уроку. За час? 13 глаголов и один союз. В среднем 4 минуты и 26 секунд на слово. А напоследок обрадую. Вернуться в исходное состояние куда проще. Нужно всего лишь сказать слово «видимо». Посмотрим, сможете ли вы произнести все остальное без ошибок. Не, ну он издевается. Как можно вообще это выучить? Я все. Круто! Как там, не душно? Как ощущения? От того, что ты тыкаешь меня в бок, не очень. Похоже, когда ты невидимый, все вокруг черно-белое. Только ты проявляешься, когда разговариваешь. Серьезно? Видимо. Да ты, наверное, слова в заклинании перепутала. Смотри, как надо. Не ожидала. Все-таки 13 слов. Варя, не вздумай меня щекотать. А меня пугать. Тут так круто. Вы меня видите? Ну, пока молчишь, не видим. Наверное, голосовой канал сбит. Ой, да подумаешь. Если я буду молчать, то смогу над кем угодно шутить. Даже над учителями. Это может плохо кончиться, Варя. Варя, ты тут? Сегодня я ставлю вам отличную оценку, но впредь... Какое-то слово фыркающее. Впредь. А? Вот это духи! Фу, вот ты где. Хватит уже, пойдем. Да погоди, я еще главного не сделала. К директору вызывали? Бежим! Я смотрю, кто-то решил, видимо-невидимо, проникнуть в мой кабинет. Вообще-то у меня тут фонарь видимости. От его лучей даже невидимкам не скрыться. Думали, я не подготовился. Ага.
никогда так надолго не задерживала дыхание. Еще чуть-чуть, и я бы лопнула. Еще чуть-чуть, и нас бы поймали. Знаешь, у меня 5 братьев, и все старшие. Я все детство, как мальчишка, с ними гонялась. Все деревья облазали. Ни одной куклы не было, только стрелы и копья. Меня тяжело поймать. А вообще, ты молодец. Здорово с ложкой придумала. Да ладно. Бежим, надо в класс незаметно пробраться. Так, тем, кто на месте, по очень слабые троечки. А тем, кто отсутствует... Ага, вот я и поймал вас. Поймали? Конечно, за то, что ходили по школе и пытались проникнуть. Мы никуда особо не ходили. Мы здесь все время были невидимые. Невидимые. Но если уж на то пошло, то ваше заклинание плохо работает. Оно испорченное какое-то, некондиционное. Да что вы говорите? Ну что, убедились? Убедились. А какое слово не говорить, чтобы одна голова осталась? Чья голова? Что? Всем оставаться на своих местах! Ой, Марлен! У вас был урок невидимости. Что, заметно? О, учебник невидимости. Вы приятно удивили меня. Я нарочно перепутал слова в заклинании, чтобы вас запутать. Есть такой метод преподавания. Но вы меня раскусили. Молодцы. По-моему, всем нужно поставить отлично. Да-да-да, всем отлично. Ура! И все-таки кто-то пытался проникнуть в мой кабинет. Нет, ну что вы, девочки тут ни при чем. Варя, какие у тебя чудесные духи. Привет, мы царевны. Подписывайся на наш канал. Волшебные заколки. Кощей Кощеич, в последнее время поступают тревожные сигналы от системы безопасности. Опять яга. Может, ее в камень превратить? Что думаете, профессор? Да нет, ни к чему. Ей не преодолеть нашу защиту. Вы уверены? Хорошо, но царевин нужно предупредить. Разумная предосторожность не помешает. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я не опоздала? Ой, смотрите, смотрите. Какой смешной. Да, привидение с цветами. Арчи! Он нас стесняется. Наверное, влюбился в кого-то. Арчи, ну что ты? Давай к нам! Арчи, ты нас отвлекаешь. Девочки, вообще-то урок уже начался. Как же? Как же мне туда пробраться? О! Эй, касатик! А ты что такой грустный? Ой, красота какая! А у меня? Смотри, какие заколки есть! Давай мы с тобой поиграем. Одна царевна, одна заколка. В волосы им, понял? И никого не пропусти. Пусть для них такой сюрприз будет. Только осторожно. Тебя никто не должен увидеть. Сонечка, ну давай, вспоминай, вспоминай. Волшебные обереги. Что они делают? Они делают... Простите, небольшой перерыв. Уважаемые царевны, директор просит вас зайти к нему. Девочки, идите, мы вас догоним. Я только объясню Соне, что такое обереги. Очень важно разобраться. Правда, Соня? Угу.
ж так долго-то? О! Ну что, получилось? Молодец! Все, игра окончена. Обернись цветок дурманом, растерись дурман туманом, власть возьми над волосами, пусть наслушаешь школу сами. Наша система безопасности превосходна, но господин директор беспокоится и поэтому... На нас кто-то нападает? А давайте пригласим моих братьев. Тебе никто слова не давал? Само как-то вырвалось. Что происходит? Я всегда мечтала это сделать. 3-4. Ну все, довольно. Мяу. Что это с ними? Как заколдованные. Точно, колдовство. Не мешай. Исчезни. Как же нам туда попасть? Они разрушат всю школу. Замри! И вы тоже. На всякий случай. Пока я тут разберусь. Так. Похоже, кто-то у нас провинился. Скоро, скоро. Наверное, уже подействовало. Ой, нет, убери эти заколки. Эй, не надо. Ой, что ты делаешь? Куда ты меня, тянешь? Я так и думал. Это не я, это он. Как я могла? Арчи, ты помогал Бабе-Яге? Все. Превращаю тебя в камень. Стойте! Не наказывайте Арчи, пожалуйста! Подождите, не нужно! Девочки, что вы мешаете? Мы его любим! Не надо! Я ведь и не собирался его наказывать. Правда? Да, здорово! Ура! Чем же она вас заколдовала? Гадость! Вам не больно? Надо холодную или что же делать? Смотрите, смотрите! Ну вот, теперь у нас появился еще один защитник. Привет! Мы царевны! Подписывайся на наш канал! Уборка с Егоркой. Может, как-то починить? Не получится. Я уже пробовала. А давай новую шкатулку купим. Не надо мне новую. Мне это нужна. Мне ее мама подарила. Вот зачем эта Варька вырвала шкатулку у меня из рук? Хоть бы прощения попросила. И еще говорит, что я во всем виновата. Ну не плачь. Да ну ее, эту Варьку. Не расстраивайся. А чего ты грустишь? Ой, здравствуйте. А вы кто? Я улыбка кладовой. Слышала про меня? Простите. Меня нарисовала Елена Прекрасная. Подумаешь, я рисую не хуже Аленки. Опа! Но-но-но,
во мне 100 лет ничего не менялось. 100 лет? Постойте, постойте. Так вас что, Аленкина бабушка нарисовала? Конечно, бабушка. Но я помню ее совсем маленькой девочкой. Боже, как бежит время. А ты что здесь делаешь? Что-то случилось? Ничего у меня не случилось. Я просто уборку делать пришла. Вон пыли сколько везде. Соня, бросай мне! Василиса, лови! Хочешь к ним? Еще чего? Вот уберу здесь все и одна пойду гулять. Ну хорошо, я помогу тебе сделать уборку, а дальше посмотрим. Егорка! Уборка, уборка, перейди на Егорку. Егорка не ест сладкое, он питается пылью. Как же так? Это не я. А кто же? Он сам мне под ноги залез, вот и сломался. В следующий раз будет смотреть, куда. Варя, разве тебе его не жалко? Ты не права. Егорка, вечно я все ломаю. Прости меня, пожалуйста. Может, тебе стоит и у Василисы прощения попросить? Аленка, лови! Мама, мне кидайте, мне! Теперь я кидаю. Оп! Василиса, я хотела тебе сказать, ну, в общем, это... Я не хотела, чтобы вот так вот... Извини меня, пожалуйста. Это еще кто такой? Шкатулка! Он ее съел! Егорка! Моя шкатулка! Чем ты ее взял? Смотрите, что это? Шкатулка. Он починил ее. Как новенькая. Ты умница. Спасибо тебе, Егорка. Мирись, мирись, мирись. И больше не дерись. А если будешь драться... Я буду кусаться. А кусаться нам нельзя, потому что мы друзья. Ах, дружба – это лучшее, что есть на свете. И если бы я могла смахнуть слезу, то смахнула бы обязательно. Привет! Мы Царевны. Подписывайся на наш канал.
Тетрадь желаний. Добралась. Интересно, тест сложный будет? Ой, девочки, я так боюсь. Я тоже. А я как боюсь. А я на всякий случай все сказания Дивногорья прочла. Пошли, пошли. Нельзя опаздывать. Ой, я же дежурная сегодня. Девочки, а где карта Дивногорья? В музее. Я быстро. Ой! Вот это сюрприз. Спасибо, касатик. Вот теперь вы у меня попляшете. Ой, а это что? Тетрадь желаний. Как интересно. Стой! Верни чужое! Надо бы ее проверить. Хочу пончик. Исполняется. Так, а где Соня? Я предупреждал, что опоздавших мы не ждем. Вопрос первый. Ну все, Сонька тест провалила. Что это с ней? Ага, хоть бы извинилась за опоздание. Спящая царевна, неплохо бы повесить карты, раз вы сегодня дежурная. А после того, как вы это сделаете, покиньте, пожалуйста, класс. Тест уже начался. А знаете, теста сегодня не будет! Да-да-да. Не будет. Урок окончен. Все свободны. Это как это? Да какая разница? Свобода! Девочки, ха-ха-ха. Меня благодарите. Все потому, что я пожелала, чтобы Кощей не проводил тест и закончил урок. Ха. Это что, гипноз? Нет, всего лишь волшебство. Ну где же ты? Вредная девчонка. Ой, Соня, а можно мне? Пожалуйста. Пожалуйста. Вот, пусть солнце нам улыбнется. А вообще, выглядит жутковато. Ой, не надо улыбаться. Остановитесь. Нужно отнести тетрадь Кощею. Ты что? Представь, сколько всего загадать можно! Такой шанс нельзя упускать. Да поймите вы, это же опасно. Нельзя так легкомысленно обращаться с волшебством. А мы что-нибудь глубокомысленное загадаем. Угу. Ну все. Вы как хотите, а я иду к директору. Ну иди, иди. Я не знала, что вы такой фанат диско. А я только танец маленьких котят могу. А вы по какому-то вопросу? Или так, потанцевать? Она явно хочет нам что-то сказать. Профессор, выслушайте ее. А я пока... Эй, куда все исчезло? Это все Дашка. Тетрадь у нее. Верни тетрадь. Вечно ты все веселье портишь. Это моя тетрадь. Я ее нашла. Ну все, конец вашей школе.
Это вам конец! Ручка! Девчонки, ловите! Стой! Все, верните тетрадь. Она не ваша. Угу. И не ваша. Что теперь будет? Дашка, ты же умная, быстрее придумывай что-нибудь. Ой, девочки, зря мы тебя не послушались. Это из тетради? Да, оторвала случайно. Ручку? А ручек больше нет. Подойдет? Тетрадь, вернись на место. Да, сложная была ситуация. Тетрадь желаний – опасная вещь. Но молодцы, что сами справились. А теперь настоящие танцы! Привет! Мы Царевны! Подписывайся на наш канал! Гребешок. Обворожительный колпак. Тебе под сапожки. А с фартуком не сочетается. Так, девочки, кто сегодня дежурный по комнате? Варя. Эй, дежурная. Царевна Варвара Краса. Ой, фу. А я думала, Марлен пришла. Фух. Так, Варя, мы опаздываем, а тебе еще в комнате убирать. Но! Варя, через 5 минут начинается урок волшебного домоводства, а ты еще в кровати. Иду на взлет. Подарок от братьев. Кстати, так ни разу не надевала. Ну-ка. Не поняла. Бухой. Привет, я Варя, а ты кто? Привет, я Варя. Нет, я Варя. Не ты одна. Я тоже Варя. Я, это ты. И правда, будто в зеркало смотрюсь один в один. Бегите со всех ног! Начинается урок! Слушай, если ты, это я, сама ж так сказала, сходишь вместо меня на домоводство. Давай, даю. Круто! Теперь на уроки ходить не надо. Ты из гребешка, что ли, появилась? Планирование освоено! Возможности безграничны! С чего бы начать? О, я же сегодня дежурная по комнате! Варвары, за уборку! Вперед! А? Милые царевны, сегодня у нас по плану практическое занятие. Все помнят рецепт волшебных блинчиков? Я помню! Тоже. Теперь практика. Царевна Варвара Краса опять опоздала. Царевна Варвара Краса опять опоздала. Надеюсь, это в последний раз. Надеюсь, это в последний раз. Хорошо, Варвара, присоединяйтесь. Итак, приступим к приготовлению. Девочки, мне нужно срочно к директору. Да, начинайте без меня, ладно? Только осторожно с блинами. Помните, они исполняют желания. Только осторожней с блинами. Стой, ты куда? Не трогай это! Да вы что, уборку делать не умеете? О, фу, какие вы неуклюжие! Сделаю новых! Сделаю новых! Эй, а ну-ка верни мне гребешок!
Ну все. Мое терпение сломано. Она произошла. Кто будет стоять тобой? Ого! Что-то тварь в глазах рябит. Девочки, это все они! Я не виновата! Я не виновата! Вся это не вся! Я не виновата! Да хватит уже кривляться! Да! Хватит меня кривлять! Девочки, помогите! Стойте! Вы что, меня не узнаете? Вы что, меня не узнаете? Как не узнать? Одна, другая одинаковее. Да ж ты шутишь! Я вот она я! А это какие-то злые пародии, вредители! Я совершенно на них не похожа! Варь, если, конечно, ты Варя. Вообще-то похожа. Один в один. Я? Один в один? Правда? Как-то я себе не нравлюсь. Совсем не нравлюсь. Варь, а на домоводстве это ты была или? Всю муку рассыпала. Муку рассыпала? Ну да, у нас же практика сегодня, ты забыла? Печем волшебные блины, они желания исполняют. Желания? Точно! Я напеку блинов и избавлюсь от этих хулиганок. Ой. Поможете? Варя, быстрее! Давай, быстрее! Опа! Блин, пекись! Копия, испарись! Блин, пекись! Копия, испарись! Блин, пекись! Копия, испарись! Копия, испарись! Блин, пекись! Копия, испарись! Блин, пекись! Девочки, помогите! Копия, испарись! Здрасте, а мы тут блинов напекли. Ага. Привет, мы Царевны. Подписывайся на наш канал.